Я приветствую вас на своем канале. В данный момент поступила на продажу небольшая квартира в этом прекрасном здании. Давайте пойдем посмотрим, что за квартира. Здесь у нас при входе колясочная. Ставят коляски, дальше велосипеды. На площадке у нас получается 9 квартир. Это у нас коридор. Здесь вешалка для одежды. Заходим в комнату. Сразу же одна комната. Здесь у нас можно установить небольшую кухню. Здесь диван. Окно. Окно от пола до потолка на всю стену. Одна батарея. Я думаю, это даже более чем достаточно. Натяжной потолок. На полу постелен ламинат. Стены, обои. Здесь под телевизор. Кстати, самое, я думаю, удобное место под телевизор. Очень прекрасная такая студия. Ремонт делать не надо. То есть, заходи и живи. В ванной установлены счетчики. Электросчетчики заведены вовнутрь. Мне понравился вот этот необычный дизайн. Вот эти сделанные стены под кирпич. И вот это, конечно, окно. Окно во всю стену. Кстати, прекрасный вид. Небольшой такой... Небольшой райончик, шестиэтажные здания. Прекрасный тихий дворик, хороший вид из окна. Так, это у нас совмещенный санузел. Территория под охраной. Везде стоят камеры видеонаблюдения. И при въезде шлагбаум. Просто так сюда не попадешь. Очень прекрасный городок для молодых семей. Прямо через дорогу здесь находится школа и детский сад. На въезде торговый центр «Магнит». Кстати, что интересно, такой небольшой, маленький такой спокойный городишко. Дома, кстати, из красного кирпича. И в каждом дворе необычные такие классные детские городки. С прорезиненным мягким покрытием. Не сказать, что прям вот такие прям крутые, современные, но нормальные, хорошие детские городки, качественные. Везде чисто. Везде окошена трава. Нет мусора. Мне, если честно, здесь понравилось. Что меня поразило, местные жители очень хвалят вот этот свой район. Людям здесь жить нравится. В шаговой доступности школа, детсад и магазины. Если хотите купить квартиру в этом районе, в этом здании, пишите мне в WhatsApp, мой телефон указан внизу. Мы обязательно сюда приедем, я вам все покажу и расскажу.